Ученики детской художественной школы из Ольги посетили выставку старинных русских самоваров 18-20 веков. Мы воплощаем в жизнь большой проект «Сохраним культурное наследие России». И в рамках этого проекта мы привлекаем художественные школы, мы привлекаем детей, мы привлекаем ребят постарше, да, мы приглашаем взрослых, мы приглашаем и тех, кто уже как бы в почтенном возрасте. И очень хотим, чтобы культурное наследие, которое у нас существует, оно всегда показывалось. В зале работал художник Сергей Чурсин. На этой выставке некоторые русские старинные самовары он писал в необычной технике. Краску на холст наносил руками. Кисть не даст того ощущения, которое передаст моя душа на холст. Наверное, так. Это будет контакт моей души со зрителем. Я могу взять кисточку и прорисовать досконально, дотошно, каждый штришочек там сделать, все это будет вот так. Но это будет так сухо, а здесь, я считаю так, это может быть я неправильно считаю, но я считаю, здесь идет живой разговор меня с холстом. У детей и взрослых тоже была возможность написать любой из представленных самоваров. Я рисую самовар «Шмель». «Шмель», он так называется? Да. Почему он тебе понравился? Потому что он необыкновенной формы. Для меня интересная информация считается, что здесь всем самоварам больше 120 лет. Кроме одного самовара, который формы бочка. Он сделан совсем недавно, ему всего около 20 лет. Он сделан по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. У него стебло крана сделано в виде рыбки, как из сказки о золотой рыбке, а сама бочка сделана, как из сказки о царе Салтане. Я рисую самовар с нахлобучкой в виде бабушки. А почему именно этот самовар? Мне он очень нравится. Как бы в старину очень было популярно делать такие нахлобучки в виде бабушек, в виде, например, солнца того же. Ну вот бабушка прижилась всем больше. Меня вот этот самовар зацепил именно тем, что он очень огромный. Mm-hmm. И он не обновлен, и то есть несет вот это вот, видно, что он именно старинный. Мне очень понравилось то, что каждый самовар несет гигантскую историю. Каждый самовар не такой, как все. Ну, как бы чувствуется. В рамках экспозиции запланировано множество интересных мероприятий для взрослых и детей. Выставка продлится до 10 августа. Екатерина Зверева, Настасья Лихман. Новости на 8.